Всем привет, ребят! И это вторая серия второго сезона путешествия по Майнзету. Так, значит, на прошлой серии я остановился на том, что вышел из Спайра. И теперь пойду по зимнему биому. Да, извиняюсь за то, что вы меня сейчас, наверное, слышите только в одно левое ухо или в правое. Смотря как у вас там, у вас наушники настроены. Не знаю, в чем эта проблема заключается. Мне кажется, это именно записывающая программа так делает. Потому что, допустим, в каких-нибудь там именно программах для связи, типа Скайпа или TeamSpeak, меня слышно все нормально. А вот здесь вот так вот как-то настроить, может, подскажите. Ну, в общем, так или иначе, завтра я покупаю новый микрофон, поэтому со следующей серии уже, надеюсь, будет все хорошо. Еды у меня нормально, поэтому сейчас поднимаемся. Эта дорога идет от Хансгрува, который в прошлой серии был. Если идти прямо, потом она поворачивает налево, и вот вы выходите как раз на мост. Этот город называется Риджвейл. Здесь легко можно сахар налутать, железную, чейновую броню. Ну, сейчас, в общем, все я вам покажу. Так, буду есть пока картошку. Никого здесь нету. Здесь часто попадаются довольно-таки люди. Потому что, когда я даже начинал только играть, Майнзет был полным новым. Я все равно сюда часто приходил. Поэтому, да, здесь, значит, воду пополнить можно только на втором этаже в этом доме в котле. Здесь ее нету, так как через час ребут. То есть уже все, видимо, выпили. Так. Людей, кстати, довольно-таки много. Странно, что никого не встретил. Да, здесь также в этом доме есть тортики. Вот здесь тортик. И сверху, по-моему, еще где-то несколько есть. То есть, если вы прибегаете сюда с неполным голодом, то вы спокойно можете отъесться. Ну, как видите, я... Они уже все съедены, да. Сейчас я отойду, пожалуй, подальше. Подожду, типа, чтобы сундуки заспавнились. А тут что-то вообще нету. Такой довольно-таки красивый зимний городок. Ну? Что? Тип же вроде давно уже был или недавно. Ну, давай. Так. Пойдемте посмотрим. Есть что-нибудь или нет? Здесь есть верстак. Так, хорошо. Сундук есть там. Так, уже хорошо. Верстак есть. Варочные стойки есть, но они тут явно вам не понадобятся, потому что ганпаудер тут неоткуда просто взять. Так, хорошо. Это значит рейр, скорее всего, сундуки. Или uncommon. Скорее рейр. Сейчас уточню. Да, это uncommon сундуки. Даже не uncommon, да. Точнее, нет, это мил common. Странно, что здесь чейнка спавнится. Еще бандажка есть. Вот. Ладно. Так, значит, здесь дальше идем. Здесь есть common сундуки. То есть спокойно. Наверное, просто карта врет, да. Здесь либо uncommon, либо rare. Ну, скорее uncommon, потому что железо здесь вроде как нельзя налутать. Это, наверное, я вам ошибся, сказал, что здесь можно. Так, яблочки. Ножницы, вот, значит, common сундук. Хорошо. Еще один нагрудник, но он у меня уже полный. Еще один нагрудник. Меч и топор. Так, опять сундуки. Должны были зареспавниться.
Минус один. Минус два. Так. Еще один. Сколько их там спавнится сзади? Еще один. Нет, вы шутите. Встань тоже. Собрал вроде все. Ночь наступает, ну ладно. Так, что у меня со шапкой? Вроде все хорошо. Ненавижу вот зимний биом из-за того, что зомби здесь бегают вообще непонятно как. Так же, как на ступеньках. Предугадать их действия практически невозможно. А, сундук есть, хорошо. Спавнится все то, что у меня уже есть. Мне бы вот штанишки починить. Было бы очень даже кстати. То есть можно закрыть зомби, да, закрыть. Двойной сундук. Ничего себе. Давно я здесь не был. Вау. Вот там, по-моему, два тортика еще спавнится на этих как постаментах, что ли. Ничего себе. Двойной сундук с едой. Здорово. Так, ну от хиты здесь, значит, точно не умрешь. Что тут еще? Что-нибудь есть? Нету. Здесь также можно отбиваться от зомби очень легко. Допустим, вот сюда вот запрыгиваешь. И стоишь, они тебя только если стянут. Ну, а так, в общем-то, нормально. Еще яблочки. Еды у меня уже очень много. Точно хватит добежать до куда угодно. Наконец-то штаны, правда, слабенькие. Ну, ничего страшного. Так, ну что ж, последний раз вот этот большой дом пролутаю. Можно уже выходить. Штаны найти и меч железный тоже бы не помешало, хотя он у меня еще довольно-таки хороший. Понятно. Вот также здесь, если даже у вас нету в сундуке нету воды и в этом в котле, всегда может попасться в сундуке пузырек, можно его наполнить. Так, ну здесь вроде тоже ничего уже нету. Можно уходить. Тут сундук появился. Да. Понятно, все ясно. Давайте пойдем дальше. Так, здесь сразу на гору поднимусь. Поднимусь, не буду лезть через этот лесок. Вон оттуда я пришел. И дальше на север ухожу. Все правильно. Я сейчас не на первом сервере, потому что время еще не позднее. Людей много, поэтому лишний контакт я не хочу. Вот это вот здорово, так вот сделано, как я не знаю, такие какие-то свои блоки они добавили снега. Довольно неплохо выглядит, но по ним очень неудобно подниматься. Так, ну вот, вроде я вылез. Живейл остался внизу. А я иду по координатам. А следующее наше место это Равин. Координаты 300 минус 1300.
Так, это мне левее намного надо. Хорошо, сейчас аккуратненько спускаюсь. Тут спринтить не надо. Вроде нормально. Не то нажал. Так, ну-ка. Да, где-то 500 блоков мне осталось примерно. 500-600. Здесь тоже можно в некоторых местах найти грибы, как полянки, такие опушки небольшие. На них грибы спавнятся. Откатываем что-то. Вот еще тоже один из главных минусов зимнего биома, то что очень часто, когда ты спринтишь на спринтогле и плюс прыжками, тебя часто откатывает. Сделано это специально, потому что раньше на версии, наверное, 1.6.4, да, где-то до 1.7.2, в общем, во всем зимнем биоме можно было летать, то есть флай работал. Вот именно по блокам. То есть, если ты прилетал над блоком травы, тебя откатывало. А вот по именно по снегу, ну, это связано, как я понимаю, вот как раз с этими вот снежными, как не знаю, не, полублоками. Даже не полублоки, это намного меньше. Ну, в общем, вы поняли. Так, вот я пришел. Здесь, насколько я помню, 3 сундука и все uncommon. Ну, то есть здесь лутаться вообще смысла нету. Так, ради чисто просто путешествовать. Здесь вот ход. Да, можно через пудинку пролезть. Верстак тут есть. Так, вот вы видите. Да, скорее всего это... Так, вода есть, хорошо. Шлем. Еще где-то третий сундук здесь должен быть. Не помню. Где-то тут должен быть. Ладно. Так, ну что ж, опью сейчас. Все. И да, Равин. Его, ну как, сравнительно недавно обновили. Но я это совсем буквально неделю назад только узнал. Главное, чтобы зомби не столкнули. Вот, как видите, здесь пропасть вниз. Теперь сделано такое из льда стены. Раньше это было просто как ущелье в Майнкрафте обычное. Где-то, наверное, вот как... Там даже не прогрузилось вот от того края. Ну, там немножко совсем чуть-чуть не прогрузилось. И вот до вот этого мостика. Это, то есть, во всей длине. И даже если ты вниз падал, ты мог выбраться, выйти. Там было где-то около, наверное, 6, если не больше, рейр сундуков. Сейчас, как я понимаю, это строится какой-то данж. Сейчас вам покажу, почему я так думаю. Так. Во-первых, вон, добавили верстак. Ой, верстак. Чаровалку. То есть это что-то дает. Вот, он туда вот спускаемся. Я с другом недавно сюда приходил. Он знал уже про обновление. А я как-то на карте даже не обращал внимания, просто решил сюда сходить. Когда пришел, очень удивился. Где-то здесь должен быть спуск. Да, вот он. Так, аккуратненько. Куда дальше? Сюда. И что? Как туда спрыгнуть? Ладно. Так. Похоже, я ошибся. Да. Это не то место, куда я хотел попасть. Ё-моё, это, видимо, там дальше.
Тут выбраться-то хоть можно? А, так. Вот вы видите уже невидимые блоки. Это, как я понимаю, здесь данж будет. Куда они ведут? В общем, они куда туда ведут. С той стороны такая же есть подвесная конструкция. Не это вот, а дальше. Там табличка есть. И как в Гостфлите, ты на нее кликаешь, и на какое-то время эти блоки, ну, видимые становятся. Сейчас они невидимые. Если на них встать, ты упадешь вниз. Ну, точнее, невидимые, но они... Сквозь них падаешь, в общем. Так, тут пройти можно? Нет, нельзя. Как в Гостфлите. И нужно будет проходить. Почему именно данж? Сейчас тоже покажу. Да, без зелек сейчас мне очень будет туго здесь. Ну, очень туго. Похоже, я даже умру, знаете. Ладно. Пол сердца. Супер. Просто лучше и быть не может. Зря я, конечно, здесь пошел. Что-то я не посмотрел насчет лестницы. И здесь, похоже, я тоже зря пошел. Нет, это... Опа! Вы уже слышите. Зомби. В общем, не очень приятно. Потому что, сразу скажу, там спавнер в стене. Как-то странно для таких небольших... Не очень далеко от спавна таких координат спавнер. Да что такое? Просто же зашибенно. Что же мне так не везет-то сегодня? Опять пол сердца. Так, ладно, я прерву сейчас запись. Отъемся и продолжим. Ребят, извиняюсь, что умер. Вот, фейл. Ну, в общем, я пришел. Не особо, у меня лут намного лучше стал. Но зато сейчас тут еще ребят привел. Просто показать им то, что я обнаружил в предыдущей смерти. И это просто настолько... Как даже словами передать, не знаю, если честно. Настолько невеликолепно, но что-то как-то типа того. Так, я что-то замолчал, извиняюсь, забыл, что записываю. В общем, смотрите, с этой стороны можно прям спрыгнуть вот туда, вот вниз. Да, с фазерфоллингом я в прошлый раз просто облажался, он у меня лежал в инвентаре. Я прыгал по скалам без него. Но, в общем, не суть. Сейчас, значит, вот здесь спускаемся. Желательно, конечно, иметь фазерфоллинг с собой. Так. Здесь комнатка. Нет, здесь, кажется, нету комнатки. Это с другой стороны комнатка, извиняюсь. Так, где-то вот здесь вот нужно спрыгнуть. Тут невысоко, поэтому разбиться вы не разобьетесь. А вот упасть в войд можно спокойно. Ой, извиняюсь, забыл. Забыл выключить.
Так, значит. Нифига себе, ганпавдер аж. Да, так. Сейчас, значит. Так, значит, ребят, вот там спавнер стоит. Здесь аккуратненько. Там можно, значит, фармить очень легко, как вы видите. Туда просто сходишь в ту сторону. И все. Чтобы отсюда выбраться, просто кликайте на колдран. Через несколько секунд вас телепортирует. Так вот. Так. Извиняюсь за посторонние шумы. Ну как вам? В общем, да, под третьего вот раз не заспавнился, но, как видите, ганпаудер можно здесь добыть. И так далее. А сейчас я отдельно еще видео специально запишу для этого. И выложу его, чтобы вообще любой человек мог. Ну, как бы знать, не только с русским переводом, а просто под музычку. Так, ну, в общем, сейчас я пойду дальше, на секундочку прервусь и продолжим. Ну, в общем, ребят, спасибо за просмотр. Вторая серия кончена. Извиняюсь, что так немножко криво получилось. Ну, просто там технически больше проблемы. В общем, в это место можно попасть без паркура, без каких-либо ботинок и так далее. Перебирайтесь на северную сторону, спускайтесь по лесенке, кликайте вот эту чаровальную как стенд, и от него на 30 секунд, как в Гостфлите, невидимые блоки. Вот до туда и оттуда вот до сюда, докуда-то. А, вот до сюда, до сюда. В общем, за 30 секунд вы это быстро пробегаете, ну тут намного быстрее 30 секунд, и проходите прямо сюда. То есть, надеюсь, я вам это понравилось очень видео, так как это действительно просто мега фарм место, пока это, не знаю, не пофиксили, и что здесь будет дальше, или так это и останется. Вряд ли так оставят, потому что это как-то уж слишком эпично. Все, всем спасибо за просмотр, с вами был Арчи, ждите новых видео. Всем удачи, всем пока.